Тюмень – день города, праздничный звон 23 дореволюционных колоколов со всей Сибири. Все это – историческая реконструкция колокольного завода Гилевых. Барнаульскому звонарю Евгению Шипулину удалось побывать на этом большом празднике звонарей. Вместе с ним еще два звонаря из Угловского района и зато Сибирский отправились в Тюмень. Они привезли на фестиваль три колокола из Барнаула, которые датируются еще началом 20 века. Ну, представьте, 120 лет назад они были отлиты, сейчас они встретились со всей Сибири. Каждый колокол, который был, он имеет свою судьбу, так же, как человек. Кто-то из колоколов мог в советский период стать пожарным колоколом. Какие-то колокола спасли люди от расправы. Звонари со всей Сибири, да, привезли сибирские колокола на то место, где когда-то они родились. И люди услышали голоса тех колоколов, тех древних колоколов, которые звонили когда-то в храмах до революции. Вообще в Алтайском крае вот таких колоколов уникальных найдено очень мало, порядка 20 по последним данным. Находят их достаточно неожиданно, могли найти и где-то зарытыми в огороде, где-то в колодцах, где-то на чердаках. Теперь такие встречи реконструкции в Тюмени планируется проводить ежегодно, потому что для православных этот звон не только знакомство с корнями и традициями. Это дает подкрепление людям, то есть они не чувствуют себя, что они остались одни, например. Помогает это справиться с этим, со всей с такой эмоциональной обстановкой сегодняшней. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.